Но шили с клеймерами, в этот раз шьем без клеймеров, будем делать так, до того, короче. Все, погнали, сейчас пристрелимся, все вам покажем. Патрон, этот пистолет Western NT-50-40, потому что были ролики, спрашивали. И все, вот так вот. Ну, чуть-чуть зазорчик есть, он как бы и к лучшему даже. Вот так вот, плотненько. Вот такой циркуль у нас получился. Бревноциркуль. И наша задача потом, когда... Короче, всем привет, ребята, вы на канале «Своими руками». Сегодня мы делаем, подшиваем баню вагоночкой. Начинаем с потолка, потом у нас в процессе еще будут простенки всей вагонкой зашиваться. То есть зашиваем потолок сегодня в предбаннике. Это комната отдыха. Все, стартуем. Вагонка у нас сосна, сосни, сосну, сосна, сосну. Вот, другой нет. По бюджету, ну реально у нас как бы с другой вообще напряги, поэтому придется везде везде соснуть придется. Красиво, все. Пилим в размер, тут особо подгонять пока нечего, тут плюс-минус трамвайная остановка, потому что будут галтельками все зашиваться, поэтому средний размер выбираем, но все равно нужно там 2-3-4 делать, потом контролить, потому что эта баня не из блоков, баня не из бревна, а баня из натурального бруса. Тьфу, все перепутал. Не из бруса, надо сказать, а из бревна, из натурального. И у бревна есть такая, да, вот понимаете, как растет. Оно может в месте утолщения, там утоншения. Поэтому нужно контролить и этот, подгонять. Потолок подготовлен, черновой был. По каркасу подшито, пароизоляция обязательно. Все проклеено и фигачим. Короче, терминатор готов, начинаем шпандохать. Зарядили патрон, этот пистолет Western NT-50-40, потому что были ролики, спрашивают. Western NT-50-40. Вы в свое время выбирали или электронный на электронных схемах, то есть электрический, или электрический брать, или воздушный, но электронный те. Вот. Пришли к выводу, что вот такой нам нужен. Потому что электрические в такой ценовом диапазоне это так просто понтишки и игрушки. Они нифига как бы не справляются. Там куча проблем. Этот более-менее как бы работает. Рабочий в принципе. И он мощный, он пробивает металл. Мы приколачивали гвоздями типа оцинковку. Вот такой вот металл, он запросто там в 2-3 листа зафигачивает. Вот. Ну и нормально, короче, бьет. Поехали. Легкий, удобный, патронтаж большой и фигачит, и жгет и жгет, короче. Ребята, короче, шпильки у нас тут на 35, по-моему, эти гвоздики для нейлера, там шпильки, всякое называют. И колотим ее как бы в паз туда. Все, следующая дощечка перекрывается, и у нас как бы гвоздиков не видно, как бы все четенько. Бьем без клеймеров, так порешали, без клеймеров. Вообще реально так-то вопрос такой, с клеймерами, без клеймеров, что лучше, мы уже сами не знаем.
Такой вот он у нас потолочек. Потолок потолковый. Толковый. Гвоздиков нигде не видно. Сделали вшиб, зафигачили все. Ну, кое-где по краям крепили еще на гвозди. Для пущей надежности. Сейчас получается ситуация у нас, что все зазоры, все щели, это потом галтельками будет все приколачиваться по периметру, все облагородится. Тут у нас еще от печи мы так и не домыли, все торопились, основу-то сделали, а вверх не домыть. Надо будет домыть сейчас уже, сами-то уж увидели. Ну и что, у нас стены и там потолок. Сейчас посмотрим стену, может, вот эту еще бахнем сегодня. В общем, чтобы нам стартануть, в бревне вырезы глубокие, с одной досочки не стартануть. Соответственно, рекомендуется сшить две доски вместе. Некоторые делают заранее по две доски на ПВА-клей склеивают, просто оставляют, они высыхают. Но так как у нас нет возможности сейчас ждать, мы сейчас просто нейлером зафигачим. Короче, отчерчил. Взяли профессиональный инструмент. Называется металл, нержавейка, сталь. Ой. Бревно-то чего, блядь, в стороне где-то. Бревно-то в стороне осталось, да? Можно найти какой-нибудь диск подобающий. И чтобы в нем было маленькое отверстие, тогда можно вообще катить, получается, по бревнам-то. Вот так вот. Вот такое лекало у нас. Лекало. Локало. А локало дома стоит. Локало в холодильнике. Вот такая вот. Первый раз мы подрезали по диску по большому. Фигачили. Специальный диск, короче, для болгарки, для подрезки вагонки, так и называется. По металлу обязательно. А потом вот через такую шайбочку второй раз подрезали. Через шайбочку прогнали. Все, максимально как смогли тут подошли. И все, вот так вот. Ну, чуть-чуть зазорчик есть, он как бы и к лучшему даже. Потом будет тут декоративным канатом все это обколачиваться. Веревочки, кантики, короче, тут наклеятся. Вот так вот. Все, друзья, стену эту махом бахнули по бизнес-палочке тут. Вот так вот, короче, у нас получилась подрезка вот эта вот. Ну а там угол, так как у нас подпорка на 50 была, в нее упиралась у нас как бы по-другому никак. Но мы подразумевали, что у нас вот так вот узел выйдет. Здесь получится, надо будет какую-нибудь сделать галтельку поверху, плинтус. Потолочный плинтус или галтель, как правильно. Здесь также все пойдет закрываться. Будет. Ну и здесь нужно сделать будет декоративную накладочку. Ну, в моем понимании, если широкую такую сделать красивую, не тоненькую, а широкую накладочку такую приколотить, в другой цвет можно выделить, нежели вот эту, и будет красиво смотреться. Также плинтуса можно в другой цвет выделить. Я почему это рассказываю, потому что вот эти все мелочевки заказчик сказал, сам будет делать эти плинтуса, все как бы, и мы с вами этого, скорее всего, не увидим. Вот, мы делаем только основу, зашиваем. Конечно, если все бы сделать под финиш, а вот эти вот элементы всякие, мелочевка вот эта, она в самом конце финиша, она, конечно, подчеркивает всю красоту, ну, любого строения, скажем, любого изделия. Момент, как вот тут делали с шайбами, быстро, да? Можно там взять там через диск тоже очертить, потом повторно через шайбу. Теперь второй метод, как можно очертить также. Это сделать вот такую линейку, шпаргалку. Затачиваем, короче, берем самую модную дощечку, ищем, которая у нас есть на объекте. Заточили ее маленько, чтобы такая была не остренькая, чтобы не порезаться. В общем, берем такую штуку. Отверстия у нас пока нет. Это, ну, придется под каждое отверстие делать. Потому что она нерегулируема, да, у нас получается. Вот эта шпаргалочка.
Идем, в общем, и вставляя сюда, у нас еще, ну, представим, что нет выреза-то. Вставляем в каждую промежность. И по доске, допустим, вот у нас доска есть. Вот этот, эту, внимание, не берем. Вот, допустим, доска. Делаем черточку. Хоп. Следующий замер. Ага, это меньше. И таким методом тут глубже. Еще черточку. И находим, допустим, самое глубокое место. Промерили. Все, вот это самое глубокое место получилось. От края до сюда. Все, делаем здесь метку. Сделаем здесь отверстие. Вот такое, как здесь вот. Под карандаш. Вставляем карандаш. Туда. Вот так вот, плотненько. Вот такой циркуль у нас получился. Бревноциркуль. И наша задача потом, когда будем очерчивать, ни вверх, ни вниз не поднимать его. Он должен быть параллельно, короче. Перпендикулярно стене или параллельно горизонту полу. И начинаем чертить. Отсюда раз, допустим. Оп. Отсюда раз, так. Оп. Ну, нам тут покажу на этом. И обводим по бревну. Все это дело. Раз. 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 Видите, у нас все это дело вырисовывается. Ну, это мне придется сейчас наждачкой зашкурить. И вот так вот ведем, короче. Хоп. Хоп. Все. Все довольно-таки как бы понятно. Естественно, нужно эти две доски спаривать. Или склеивать ПВА, или спаривать, как мы спариваем дощечками. Потому что вырезы большие, на одной доске не вырезать. Залетаем на вторую обязательно. Вот, короче, вот такой вот фигуринкой можно, ну, довольно-таки точно вычертить тут вот эти наши полупопины, полупопины, полукруги. Но опять же, тут плотность как бы не нужна. Зазоры, естественно, все равно должны остаться, потому что это дерево, как-никак. Уже очертили, вот, скрепили все досочки. Так как у нас тут они перепиливаются почти все, пришлось вот так вот крепить их еще. Но я говорю еще раз, можно заранее на ПВАС посклеивать их, ребята, вот эти в пазы, как бы тоже держатся. Вот так. Вот такой вот, таким вот извращением занимаемся. С вас лайкусики, если что. После волшебных телодвижений с лобзаней, вот такая кракозябра у нас получилась. Вообще, экзотика, экзотика, да и только. Сейчас сделаем также в помойку дубликат, чтобы на нем также очистить сразу. Но пока этот поставим, пристреляем. Короче, меряем и удивляемся. Что тут у нас пошло, вышло и зашло. Шикардосно. А, ну что такое? Ну, еще не попадает, да. Ну. Ну вот так вот, короче, получилось. Все, поджалось. Относительно, конечно, плотно. Но это наши уже кривые ручки. Если заморочиться, наверное, можно вообще в идеале тут подогнать. Все. А так потом будет тут жгутом все декоративно отделываться, будет все красиво. Все самое главное отсюда уже не посмотреть в порнушку, как там другие моются, и уже все, задача выполнена. Если вам понравилось, ребята, ставьте пальцы вверх там, подписывайтесь на канал, кто первый раз там, пишите комментарии, кто как вообще выпилит вот эти фигнюшки, заморачиваться нам интересно. Все, мы погнали дальше. Друзья, в общем, мы в мощном отделении бахнули потолок,
Здесь же получается у нас, мы не показали, у нас батарейка вчера села. Сделали, получается, повторную пароизоляцию, еще раз перекрылись для парной и для мощной. Вот парная, вот так вот. Там была у нас пароизоляция. Вон у проходки маленько видно. Основная, к ней подшита доска. На нее сейчас вот еще сделали, получается, для саун, для бань, фольга. Была фольга у нас на наборной основе, в магазинах у нас нету, ну для саун специально как-то вот ее дотянули. Часть фольгой, часть вот этой, короче, сделали. Вот, сейчас сделаем опять контрабрешетку для влажных помещений, как бы желательно все равно делать контрабрешетку. У нас получается здесь чуть-чуть опустится потолок в парной и в моечном отделении. Вот, в общем, нашили мы контррейку и уже к ней сейчас будем монтировать вагоночку. Вот все, шабаркнули, шьем вот на такой револьвер, фигачим. Все показываем, короче, в предыдущих роликах, можете посмотреть, как что там, где-то даже обзор на него вроде есть. Так, вот сейчас потолок у нас опустился чуть-чуть, там у нас заделано, и нам кромку вагонки тоже надо сделать отделку, отсечку противопожарную дополнительно, хотя есть у нас проход специальный магазинский, но нужно всегда еще, как говорится, перевздеть.